Эстонским автомобилистам не удастся скрыться от зоркого взгляда фоторадаров на дорогах Латвии. Благодаря тесному сотрудничеству двух стран штрафы будут приходить быстрее нарушителям скоростного режима и больнее бить по кошельку. Подробности в следующем сюжете. В Латвии камеры, фиксирующие превышение скорости, называют фоторадары. Огромное табло с предупреждением о том, что на дорогах работают фиксирующие скорость устройства, висят на границе Эстонии и Латвии в Икла. Радаров в Латвии очень много, намного больше, чем в Эстонии. Но латвийская полиция утверждает, что после установления фотокамер превышение скорости и аварий на дорогах стало меньше. Снизили в среднем эту скорость на дорогах. И уже показывает даты, что со временем с этого 2015 года у нас в этом году уже на 45 погибших меньше, что это очень хороший такой знак, что эти камеры помогают. Если в Эстонии за каждый превышенный километр нужно заплатить штраф 3 евро, то в Латвии система немного другая. Там нет штрафных единиц и определенных цен. За превышение скорости выписывают очень высокие штрафы. Поэтому неудивительно, что некоторые граждане пытаются воевать с фоторадарами. Некоторые пробуют и сжигать эти фотокамеры и все остальное делать, но это уже криминальное дело, и там можно попасть и в тюрьму. Даже этот фоторадар сжигали. Камеры регулярно добавляют, и в ближайшее время они появятся на дорогах, ведущих в Пярну и Валгу из Риги. К 2020 году обмануть систему станет еще сложнее, так как на дорогах Латвии появятся камеры, которые смогут вычислять скорость машины на участках дороги, где камеры не стоят.